Всем привет! Сегодня буду готовить домашнюю куриную колбасу. Посмотрите, вот так она выглядит. Получается она очень вкусная, рецепт простейший, готовится быстро. А самое главное, мы хотя бы будем знать, из чего эта колбаса состоит, что там нет никаких примесей и химикатов, что мы спокойно можем кормить свою семью. Особенно утром положить на бутербродик, на завтрак и себе, и детям. Это просто очень вкусно. Я начну с бедрышек. Сниму шкурку, она нам не понадобится. И мясо отделю от кости и мелко его порежу. Теперь грудка. Ее я тоже нарежу на небольшие кусочки и буду измельчать в блендере. Перекладываем ее к бедрышкам. И сюда выдавливаем 2 зубчика чеснока. Подсаливаем по вкусу. Добавляем 1/2 чайной ложечки смеси перцев. 1/2 чайной ложечки сушеного чеснока. 1/2 чайной ложки молотого мускатного ореха. И 1/2 чайную ложку сладкой паприки. И все это тщательно перемешиваем. Вот такая мясная масса у нас получается. Стол я застелила пищевой пленкой и теперь мясо выкладываем на нее. Все, начинаем заворачивать. И таким образом нам надо завернуть ее в несколько слоев пищевой пленки. Колбаса готова, отправляем ее варить. Колбасу я варю приблизительно 1,5 часа. Даже не варю ее, а томлю. Кипеть она не должна, ни в коем случае не доводим до кипения. Вода должна быть горячая. Я ставлю плиту приблизительно на 10. У меня прошло 1,5 часа, колбаска моя готова. Сейчас я уберу ее в холодильник, чтобы она остыла на несколько часов. У меня прошло несколько часов, я достала колбасу из холодильника и теперь я ее буду открывать. Ну что, пробуйте, готовьте. Я вас уверяю, что попробовав приготовить хотя бы один раз эту колбасу, вы будете готовить ее постоянно. Ну а я, как всегда, желаю вам приятного аппетита. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал. Ну и всем пока-пока!